Всем геймпас, с вами Рапас, и сегодня с вами прошу играть в Ultimate Custom Night. Сегодня я решил не выполнять ваши челленджи, вы уж простите. Сегодня я, как все, ну большинство, по крайней мере, ждали повышения ставок, то есть, либо же очков, называйте как хотите. Я не знаю, кого мне сейчас поставить, потому что, ё-моё, я не знаю, как это все проходил. Сейчас мне нужно поставить... Давайте поставим... Жеку. Жеку поставим. Давайте еще поставим. Кого мы еще поставим? Давайте Баллон Боя, что ли. Но это опасная на самом деле штука. Это очень опасная штука. И Скраб-трапа. Я не знаю, сейчас мы все проверим, сейчас мы попробуем. Предлагаю взять Диди Рапел. Нам Диди Рапел очень-очень пригодится. Потому что... Это пипец? Это я не знаю. Окей, сразу заходим на звук-систему. Все, мы поставили. Короче, ребят, звук-система это... Это просто я не понимаю. Понимаете? Это просто я не понимаю. Уйди. 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 Так, окей. Ай! Да пошел отсюда! Реклама тупая! Серьезно, там кто-то был? Я просто слышал, что что-то шумит. Окей, генератор работает. Ай, господи. Скраб-трап тупой! Нет, за что мне это все? Да уйди отсюда, Фредди. Ой, ребят, что за хрень? Да как? А как? А как? Ладно, смотрите, у меня есть одна идея. Мы сразу включаем повар-генератор и закрываем вот эту вентиляцию. Тут ставим... Уйди! Так... Светим фонариком. Теперь, смотрите, открываем пока что дверьку. И как только мы открываем камеру, сразу же берем эту. Нажимаем на F. Да уже звони мне. Уйди. Ребят, сейчас главное просто не умереть. Вернись, Фангай, пожалуйста. Мне не хватает этого всего. Так, включаем вентилятор. Потому что Жека у нас как бы есть. Уйди! А-а-а! Реклама! Ребят, у меня уже просто пальцы разрываются во все стороны. Предлагаю рискнуть ресетить вентиляцию. Окей, ребят, окей. Ого! 10 фаскоин. Давай, отвечай уже. Где скраб-трап? Я уже готов. Я убрал! Ребят, я убрал! Наконец-то! Иди отсюда, скраб-трап! Так, ребят, рано облегчаемся. Нет, никого не было. Ёпарасоте, ребят. Ёпарасоте. Да не... Ничего не понимаю. Вроде там кто-то был. Не было. Это просто у нас этот появляется. Там никого не было. Отвечай же сюда, Фангай. Давай, отвечай. Ребят, у меня просто пальцы уже все вспотели. Я просто не понимаю. Во-первых, как я это все прохожу. Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю... Что надо делать толком? Хорошо, повар-генератор у нас работает, это хорошо. Предлагаю закрыть сразу верхнюю вентиляцию, чтобы за нее толком не беспокоиться. Потому что... Ага. Блин. Ладно, там вроде были эти. Мини-малышики и Фредики. Так, ребят, я... Да! Сюда! Ребят, я просто весь уже вспотел, пока это все проходил. Я просто не понимаю, как?
фантастику, мистер Бомбастик, ё-моё, ребят. Я не знаю. Там просто у меня все разрывалось. Я не представляю, как вообще охраннику там сидеть с вот этим всем. О, боже, ребят. Почти 6к. Я не знаю, ребят, когда я буду еще повышать ставки. Наверное, уже никогда. Опять той чика. А, ребят, точно, помните? Ну-ка, давай, ты сперла уже волка? Опять. Да ты достала. Ну, хватит уже всех доставать. Ну, ё-моё. Ну, задумайся. Ну, чика. Блин, ребят, а тут вообще будет когда-нибудь конец всех этих историй? О, боже, да, волка уже забрала. Кто теперь? Кто это? А, такая. Чёрт, так это же она. Или это он? Блин, да кто его знает? Ну, наверное, ребят, это все же он. Потому что тут даже показывает, что это он. О, капец, я не могу ничего переварить. Скажи, пожалуйста, Чика, можешь объяснить более точнее? Что происходит? На что тебе не все? И вообще, ты точно в школе учишься? To be continued. Ну да, это to be continued уже никогда не за... Спасибо большое, ребят. Спасибо большое за этот Диди Рапел. Опять же, ребят, я не знаю, буду ли я продолжать повышение ставок. Ну что, я сейчас, у меня пальцы разрывались, я не знаю, на все стороны. Хотя, блин, а как я вообще прошел 50 на 20? Ладно, все равно 30 секунд прошел, но как? Я не знаю, как я это сделал. Так, окей. Окей. Если уже будет повышение ставок, то, возможно, я, не знаю, поставлю Балору. Просто остальные все меня как-то раздражают. Но, может, еще, кстати, поставлю вот этого, Рокстар Фредди. О, капец. Блин, я же мог вот эту взять, Рокстар Чику. Ладно, ребята, что есть, то есть. Дальше я не хочу идти. Уж если идти дальше, то только ваши челленджи выполнять. Ну и, кстати, да, пишите челленджи, а то что-то их уже меньше становится. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось, а пальцам не понравилось. Не забывайте писать комментарии, и ссылка на Discord, как всегда, в описании. Ну а с вами был Яропаст. Всем удачи, всем хорошего дня, и всем аревуар.